Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас сегодня в Анапу прогуляться. Посмотрите, какая здесь красота. У нас есть снежный пляж. Фантастика. Вперед! Машинка, буханка готова, кстати, к нашей поездке. Мы хотим поблагодарить СТО «Ателье колес» за предоставленную скидку. То есть, ну, по минималке отдали вообще машинку и за переобувку нашей буханки. От души спасибо огромное. Ребятки, мы приехали в Симферопольское шоссе 9, «Ателье колес». Будем переобувать УАЗик. Это круто. Он поедет у нас на новой резинке. Первое колесико у нас пошло под замену. Будет огонь. Парни поменяли нам первое колесико. Красота. Идет снег. Последние затяжки. Переобули пацаны нам УАЗика. Огонь. «Ателье колес», Симферопольское шоссе 9. Приезжайте. 0 градусов, дорогие друзья. Снежок чуть растаял. Такая красота у нас. Всем доброе снежное утро из города-курорта Анапы. На связи Юрий Азаровский. Надеюсь, у вас хорошее настроение, улыбка не покидает вас. Потому что у нас красота, дорогие друзья. Это восхитительно, что такая погода приходит. И она пришла всего лишь на один день. Но уже есть несколько аварий в Анапе. Это печально, ребятки. Все-таки любители летней резины зимой у нас гораздо больше, чем тех, кто перебывается. У меня all season, отправляемся в центр города, посмотрим, что там и как. Пожалуйста, третье ДТП у нас в Анапе. К большому сожалению, кто-то врезался в машину и уехал. У нас во времена года дороги не чистили, видите, они сами постепенно тают. И все, машинки стоят засыпаны снегом. Кстати, я смотрю, что очень многие решили сегодня двигаться общественным транспортом, пешком. Машин очень много осталось. Обычно тут к этому времени, сейчас 10:25, уже машин практически не остается. Все уезжают на работу. В районе 4-й школы вообще прям настоящая снежная сказка в Анапе. Посмотрите, какие красивейшие деревья. Люди потихонечку идут. Но впереди опять мигалка. Походу мы сейчас еще одну аварию с вами увидим в Анапе. Дети расстегнуты. Минус один здесь, кстати, показывает. Анапа, улица Гребенская. Дорога подтаяла, не скользко. Фантастически красиво. Согласитесь же, вообще настоящая такая снежная Анапа. Особенно, когда проезжаешь мимо елочек с такими снежными лапками. Думаешь, ты где-то в Архызе или какой-то горнолыжном курорте. Ну нет, это Анапа, друзья. Атмосферно смотрится юки в Анапе. Проезжаем 4-е ДТП за сегодня в Анапе. И дальше по Гребенской двигаемся к морю. Вот тут у нас практически на каждом перекрестке эти самые юки стоят. Кадры классные. То, чтобы ими делиться в соцсетях. Это улица Новороссийская. Мы подъезжаем к Крымской. В Анапе вообще чисто. Почистили, подготовили. Это возле ДК. Тоже снежная сказка. Уже въезжаем в Гребенская, Горького. Это наша курортная зона уже в Анапе. Можно делиться уже этими кадрами, потому что здесь эти виды улиц знакомы очень многим людям. Надо запоминать это все, такую фантастику зимнюю. Вы смотрите, улица Горького. Какая красивая. Ну, а мы доедем до самого моря. Друзья, мы приехали с вами в Гребенская к Бургер Кингу. Здесь было парковочное место. Там играет музычка и все хорошо. Так, с правой стороны у нас работают торговые ряды. Там я смотрю, что тропинки расходили гораздо лучше. А вот здесь, с левой стороны, можно сказать, как первозданная красота. Хотя уже тысячи ног прошли к морю. Ай, я даже не верю, что я вам снимаю. Анапа все-таки это похоже на какой-то горнолыжный курорт. Потому что Анапа черноморская, теплая, классная. Здесь я могу вам отметить момент, что, смотрите, перестраивается полностью кафе, которое здесь было. Недобродушное к нему отношение, но ушло в небытие, полностью будет перестройка. Дорожных нету, я думаю, что запустится. Здесь мы с вами наблюдаем золотой пляж, аквапарк. Тоже со снегом выглядит великолепно. Только вот в таких видах, друзья, не особо, да, хочется пойти купаться. Ой, вот тут надо не пройти, показать вам вот эту фантастику снежную, да? Анапские елочки со снежными лапками. Как под ногами хрустит снег, это отдельная история. Здесь вообще прям нетронутые места.
настоящая снежная сказка и красота. Ну, давайте ворваться на пляж, мне самое интересное. Там выходит солнышко, и под солнцем это становится еще красивее все. Это парк Джузеппе, территория кафе. И вот так вот люди идут в Анапе на пляже, там же такие тучи, контраст, фантастика просто. Вы снимаете точно Анапу, чтобы поверили, сделаю чуть-чуть поближе. Вон оно, море. Юра радуется, как будто какой-то ребенок, да, ворвался в снежную. Просто в прошлый раз как-то ветрено было, холодно, не особо хотелось. Сейчас вот такая снежная классная погода. Вот именно то, что и должно любиться в Анапе. Welcome to Анапа, снежное море. Подходим поближе, слышите звуки музыки. Слышите, вот, топовое фото и кадры, которые я придумал. Пляж. Вау. Это действительно вау. Других слов, наверное, здесь не должно быть. Вот такую фотографию вообще надо иметь. Ой, я не знаю, передает ли камера, как снегрится наш снежок. И, по-моему, кадры должны быть очень красивые. Ведь это действительно пляж города Анапы, фантастический. Так, пойдемте дальше, на центральный зайдем, посмотрим, что там интересного есть еще. Кроме того, что работает шашлычная с правой стороны. Ну, пожалуйста, с Новым годом, актуально под этот снег. Шашлычки жарят, музыка играет, дорожки уже почищены. Так что все готово для наших гостей, чтобы они приходили на лаунж-зону. Вон они, ребята работают. Не покладая рук, чтобы вам было комфортно прогуливаться тут. За это мы скажем мупаку. Спасибо огромное. Ворон, конечно, нам не хватало, но снежные деревья выглядят просто фантастически. Здесь у нас деревянный настил. Вот рано убрали наших песковиков, зато остался символ года. Синий, голубой кролик. Красиво тоже. Наблюдать за тем, как изготавливают снеговиков, можно вообще бесконечно. Детки счастливы, что у нас снег появился, особенно те, кому сегодня в школу не надо. Мы, кстати, не пошли в школу из-за того, что Витя сделал в районе ЖК солнечный, не посыпали дорогу и ни машины подняться не смогли, ни автобус приехать. Короче, прям есть печалька. Да, единственная большой ложкой дегтя во всем этом великолепии являются эти водоросли. Это же они все солнечко убирают, но какие-то они что-то тут есть. И, кстати, у них было бы гораздо лучше. И надпись бы море в море смотрелось, а не как море в черное просто. И подванивает такие вот эмоции, ребят. Поэтому прошу понять и простить. Все-таки люблю чистые берега. Здесь вот водоросли и туда дальше еще вот немножко. Ну а так в основном все очень даже хорошо. Можно радоваться такой погоде в Анапе, смотреть на людей, которые гуляют, и даже немножечко им завидовать, потому что они уже на море, дышат морским воздухом. Ну и будем рады вам, когда вы к нам приедете. Здесь очень много разнообразных черноголовок, это поганка называется, уточка. А туда наши анапские дюны. Хочу сегодня съездить еще в отдельном видео в ЖМТ, прогуляться, потому что видите, какая снежная красота, и до вечера она не должна еще измениться, так что я должен успеть вам эти наши анапские дюны поснимать со снегом настоящим, великолепным, а то обычно он быстро очень тает. Но сначала Анапа, давайте еще сходим к администрации, посмотрим, что там интересно. Подписчиков встретил, постеснялись привет вам передать, но зато сфотографировались. Пойдем с этой стороны посмотрим, как выглядят лавочки, скамеечки. Очень красивые и классные. Эти летающие скамеечки, которые у нас обычно стоят в море, сейчас на берегу. Сделано это для того, чтобы наши граждане не лезли в море зимой. Вот теперь вот эта надпись смотрится вообще великолепно. Зимой в Анапе. Действительно зимой. Снежная, красивая Анапа стала. Смотрится классно. И тут же, смотрите, расчищают лавочки, чтобы пришли, посидели, все больше. Слушайте, ну великолепно, же приятно, когда приходишь, а у тебя уже все чистенько, готово. Не обязательно же ходить по снегу, можно топтаться непосредственно по настилу. Когда идешь к центральному пляжу от администрации, который мы попадаем здесь на пляже разнообразных анапских санаториев. Здесь сейчас заборчиков никаких нету, огромный простор. Говорю, ну вот водоросли, просто только настроение, так сказать, счастье от того, что происходит вокруг. Снег скрипит под ногами, море шумит. Вообще какая-то невероятная идиллия, при этом нету совершенно ветра. И даже еще небольшой снежок кружится, летает, садится в наши берега.
Настоящая красота. Дочери гуляют с хозяевами. Главное, что в одежде. Я сейчас, знаете, на что надеюсь, что кораблик не обтоптали, вокруг него есть снег, и получится сделать красивую фотографию. Так что мы до туда тоже дойдем. Жалко, конечно, сейчас квадрокоптерами не вариант летать. У меня есть, конечно, зимние пляжи в Анапе. Но, как я и говорил, вставлять видео не хочу, чтобы, как говорится, для врагов не делать помощь, так сказать. Ах, друзья мои, какая красота! Как хочется мирного неба, как хочется мира во всем мире, чтобы не было войны, чтобы все было хорошо, чтобы жили мы как раньше. Ничего страшного, вместе мы сила, не забывайте. Так вот, мимично за ручку прогуливаются парочки в Анапе. Вышел кораблик, я думаю, что на охоту за рыбкой, тамсой, либо тюлькой. Я вот хотел в прошлый раз заехал купить, говорят, нету, шторм же был. Все раскупили, у нас все поели. Здесь скопление водорослей еще гораздо больше. Уточки в них сидят, что-то ищут. Может быть, плюс для животных. И выход непосредственно в парк 30-летия Победы. Центральный парк города просто Анапа. Посмотрим, как сейчас там все выглядит. Здесь у нас голуби ждут кормильцев. Лебедей не видно. Они сейчас на Тимбургском озере. Ну, либо на плавных речке Анапки, которая перед Анапой находится. И вот такие вот шикарные совершенно виды в парке 30-летия Победы открываются специально для вас, мои дорогие. Смотришь налево, направо. Конечно, дорожки уже расходились, снег подтаивает. Но большой массе своей у нас здесь красота. Особенно. Посмотрите, какая снежная лестница великолепная ведет туда наверх к кораблику, который мы сейчас дойдем. Ну а здесь своя какая-то нереально красивая атмосфера возле администрации Анапы. Супер кадры, я считаю. Как вам, напишите обязательно. Друзья мои, это просто шок. Да сколько все красиво, да сколько классная погода. Фантастика. Я просто счастлив, что так происходит. И я могу вам вот эту всю красоту показывать. Сосенки стоят со снежком. Вау! Юра прям реально в шоке от красоты. Не первый раз вижу, но вот обычно снег растаивал, либо ветер был, вот как в прошлый раз он выпал. А сейчас мы идем с вами по этой снежной красоте. Наслаждаемся видами. Нам ничего совершенно не мешает. Куртка у меня расстегнута, кофта и тоненькая маечка. То есть комфортная прогулочка для такой погоды. Это, ну, что-то прям шикарнейшего на. Здесь мы тоже можем увидеть, что пошли ребята убирать территорию, чистить дорожки. Хорошо, что не все успели почистить, и мы успеваем, так сказать, зацепить вот эту вот красоту. Как вам горки, каруселька и все в снегу. Ради таких кадров я сегодня вместе с вами здесь гуляю. Из-за холода телефон разряживается, камеры садятся. Ну, я надеюсь, что успеваю запечатлеть для вас всю эту волшебную красоту снежной, настоящей зимы в Анапе. Такой, как говорится, последний аккорд, потому что дальше уже завтра плюс 7, потом плюс 9 будет. И уже будем надеяться, что снег к нам больше не придет. Погода точно решила, что снега в Анапе было мало, и погода была слишком хорошая. Появился ветерок, появился еще снежок. Сколько людей все-таки вышло на набережную на прогулку. Все хотят глазами, хотят увидеть, кто практически не снимает, кроме меня, что немножко даже странно, потому что на телефон очень быстро начал разряжаться. 30%, сейчас уже 13% показывает. Вот они, все знаменитые статуи, которых многие даже фотографировались, особенно вот в этих тапочках возле кафе Элина. И я дошел уже до лесенки. Нереальная фантастика. Поднявшись по лестнице, я хочу вас еще больше обрадовать. Какие здесь краски, красота. Это что-то нереальное. Здесь никто практически ничего еще не успел убрать. Почему не успели? Потому что, вот видите, мужчина возле Гордики уже музей нашего чистит дорожки. Летящим снегом на ногах поднимаемся наверх. Здесь наш фонтан жемчужина, который тоже заслуживает внимания. Реально красиво. Чуть-чуть свернул в сторону и возвращаемся обратно на набережную. Но свернула, чтобы увидеть вот кораблик именно в такой высоте. Фантастика. Ах, наши алые паруса. Какая красота.
запоминать ее надо точно на долгие годы. Сейчас смотрите, просто смотришь на всю набережную вокруг, ты думаешь, да ну нафиг, вот это да, вот это точно Анапа, дорогие друзья. Людей, кстати, становится все меньше, все разбегаются. Ну, кораблика еще к морю, глянем там оно как, ждет ли нас, скучает ли по нам анапская красота. Вот меня радует, знаете, когда вот бац, и Анапа подарила какую-то такую великолепную, интересную погоду. Смотрите контраст, друзья. Видите, Джим опять светит солнце. У нас Анапе снеговая туча нас заваливает снегом дальше. Просто невероятно. Ну и видно наш центральный пляж. Смотрится завораживающе. Напишите обязательно, вот понравилось вам сегодняшнее. Движуха или нет в комментариях, мне будет очень интересно, важно и приятно это знать. Первый капитан появился на корабле. Красавчик. Так и надо. Юки наши южные снегуют. Это тоже определенный отдельный вид искусства. Но я думаю, что набережную мы с вами посмотрели. Все увидели, что хотели. Со снежком. Блин, контраст погоды, конечно, меня радует. Смотрите, там прям реально светит солнце. Я не могу, я просто кайфую от этих видов. Это очень красиво. Что надо детям и собакам для счастья? Ползать по снегу, наслаждаться зимней Анапой. Начинаем выбираться мимо музея Гакипи, засыпанного снегом. Тут ощущение, как будто вас действительно привел в какой-то невероятно красивый снежный лес. Поэтому только снег, сосны, пение птиц, как ни крути. Я хотел с этой стороны вам показать непосредственно наши турецко-русские ворота, как по-разному называют просто. Прорываемся дальше. Здесь мои подписчики жаловались, что тут что-то перекладывали тротуарную плитку. Перечки у них не получается прогуливаться. То, что все восстановили, все вроде бы хорошо. Сегодня прогулочная, красивая. Конечно, друзья, если вы у нас не сидите дома, вы пропускаете столько милоты и красоты, что мне за вас будет стыдно и обидно. Посмотрите, эти сосновые лапы со снегом. От моря пошли, здесь становится еще теплее, начинает проглядываться солнышко. Миллион раз буду проходить и говорить, насколько эта площадка востребована. Даже сейчас такую непогоду у нас здесь с детьми катаются. Получил массу удовольствия. Выходим на театральную площадь, которая ждет прям огромное перестроение. Она получила грант у нас краевой на это. И здесь вышло солнце. И совершенно в других видах у нас открылась наша прекрасная площадь. Ну, на площадь, я так понимаю, после перестроения она будет мало похожа. Все здесь совершенно изменится. Ну, будем, как говорится, посмотреть. Любые изменения города, это только в плюс. Главное, что вот таких ворот больше у нас не появлялось, непонятно, в преисподнюю. О, смотрите, наш триколор российский, как смотрится красиво. Вот это мне, честно, прям очень нравится, то, что сделали. Еще не снимал, у нас сцену здесь разобрали, восстановили ступеньки. Жалуются, что они разной высоты. Хотя бы так, почему нет? И у нас стало так уютнее возле этого здания, потому что теперь оно как и раньше выглядит. Говорят, что на мероприятия будут ставить быстро возводимую сцену. Ну, я прям обеими руками за. Я в детстве помню именно такую родину, как она и сейчас выглядит. Горького тоже вот этот снежок. Люди прогуливают. Шикарно, слякоть только. Мы проходим про этими фонариками. Кстати, недавно поменяли лампочки, чтобы они все горели. Здесь дорога, видите, расчищена, почищена. С левой стороны частично тротуар расставший. С правой стороны, ну, практически везде почищено. Здесь непосредственно перед самой родиной, перед сказкой не успели, я так понимаю, расчистить надпись «Арт-авеню». Выглядит наша анапская ракушка. Здесь дети играют снежки. Работает вкусно эта точка. У меня как бы желание есть сходить. У меня дочка даже просила. Папа, своди меня. Но что-то у нас все никак не получается. Анапский снежный лес приветствует вас.
реально же красиво. Я не знаю, у меня вот давно такие чувства, что я хожу вау, как мне это все нравится. Сегодня, говорится, махнул на все дела, побежал по Анапе носиться. Хотел, думал, чисто на пляж выйду, в итоге туда-сюда. Вот мы уже возле администрации дали огромный круг, чтобы вам как можно больше всего красивого и интересного показать вокруг. Часовенка здесь у нас тоже симпатичная. Жалко, фонтан не работает, было бы еще более, так сказать, эпично. Опять вышел у нас солнышко, создает, блин, очень красивые краски, атмосферу, такое снежные краски. Ну и уже поближе смотрим на администрацию, это улица Горького. Где-то уже почистили, где-то еще не до конца весь снег. Но очень красиво, но очень классно, великолепно и прекрасно. Дорогие мои, это был парк 30-летия Победы, ну и сама Анапа шумит, люди гуляют, приятно. Видите, вчера делали трансляцию, мне писали, что так мало народу. Девушки делают красивые фото, лежа на снегу. В общем, каждого свои занятия в нашей солнечной Анапе. Улица Краснодарская, тоже дорожка к морю. Мимо аквапарка у нас идет, потому что здесь вообще прям так многолюдно стало. Прям настоящая живая снежная Анапа. Вот та самая арочная конструкция, которая нафиг не нужна никому. Ну хотя, может, кто-то получает от нее удовольствие. Точно не я. Мне кажется, я сегодня совершил просто великолепный маршрут. Прогулялся по такому золотому кольцу Анапе. Посетил много достопримечательностей. Самое главное, что в конце моего путешествия вышло солнце. Это просто невероятно смотреть. Я вот думаю, поспешить куда-нибудь в Джимате, подснять красоту, потом ехать монтаж сделать. То могу не успеть. Или сделать монтаж, попить кофе в Бургер Кинге. Не знаю, задумчивости я, друзья. Мы дошли до пересечения Горького и Гребенской. Я с машиной показывал этот, то есть, памятник искусству. Жемчужина называется у нас. Жемчужина туда снесли. Уже очень давно осталась эта ракушка. Вокруг нее растут юки. Все это в снегу выглядит, ну, просто фантастически. Особенно под лучами солнца. Так тепло, солнце сразу стало. Хорошо. Благодарю Галину за прекрасные виды. Это дюны на ЖК «Кавказ». Больше, кстати, видеосюжетов и разнообразной информации сегодня вышло в нашем телеграм-канале «Море Оз». Подписывайтесь, либо просто в поиске Юрия Заровски набирайте. Посмотрите, какие снежные горы у нас образовались с помощью дюн и снега. Фантастика. Море, снег, Анапа. Шикарные облака, вот такие вот просветы солнечные. Картинка просто завораживает дух, дорогие мои. Я надеюсь, что это вам еще больше дополнило картину. Друзья, спасибо за просмотр, спасибо, что прогулялись со мной. Надеюсь, что я успел зацепить до того, как это все растается, эта снежная красота, потому что, видите, везде начались капели, температура воздуха поднимается, и завтра этого ничего не будет. От души люблю, целую, ради вас хожу, снимаю. Спасибо за вашу поддержку, особенно наших солдат. От души, ребят, смотрите, питание, красавцы. Увидимся в следующих видео сюжетах. Всем пока-пока. Снежок пошел опять, Анапу засыпает. Температура была плюс 2, упала до 0. Слушайте, походу завтра с утра будет еще красивее, чем сегодня. Восхитительно.